Приветствую всех на моем канале. В этом видео я продемонстрирую вам, как будет создаваться картина-портрет новой Мона Лизы, то есть Мона Лиза в новом стиле. Все вы, возможно, видели Мона Лизу в оригинале. Многие из вас знакомы с Мона Лизой в стиле Гапчинской, а это будет немного другой стиль. Рисую я ее под особенного человека, немного приукрашу, сделаю ее побогаче, поярче. И будет у меня называться Мона Лиза Самвэ Лиза. И сейчас карандашом я набросаю эскиз на холст, после я уже буду разукрашивать ее красками. И, собственно, вот так вот выглядит новая Мона Лиза карандашом в эскизе. Парик очень красивый, то есть, образ Мальвины. Не совсем, да? Мне понравилось, что волос очень много на парике, то есть можно сделать косу, заплести, можно на одну сторону повернуть парик. Можно, как бы, закрутить такую гульку на голове, сделать хвост, такую пальмочку сделать. Вот так вот. По-моему, для много образов можно сделать. А це я купила таке платье собі. Time of style! Ви вважаєте мене легкомисленним? О боже! Боже, це яка-то мама лошадь. Фу! Гляньте, волосата грудь. Я вам скажу чесно, якщо б я був беременний, вот плоду оно не мешало. Плод бы лежал спокойно. Вот вообще тут ничего не дали. Вот тут все хорошо. Вот тут. То есть вообще нема ни резиночки, ничего. Вот беременна сколько хочешь. Хоть вот так. Ну вот смотрите. У меня такой живот, вроде как беременный. Вот. Если вдруг кто-то представ, ребенку грудь надо пососать, то ты так делаешь и сосешь. Вот.
По-моему, хороший магазин. Пописать тоже. Поднять вот так платье, пописать. Можно. Можно стоя писать. Женщина вообще удобно. Что, найдем без трусов и в платье. Не надо ничего расстегивать, ни шорты снимать, ничего. Настала, так задрала, пописала и пошла. Ну, хорошее платье. Я умею молотить, умею подволачивать, умею шарики крутить, карманы выворачивать. Ой, лимончики, вы мои лимончики, где растете у Сони на балкончике. Ой, лимончики, вы мои лимончики, а вы растете у Сони на балкончике. На базаре шум и гам идут все разговорчики. Кто-то свистнул чемоданы и запел лимончики. Ой, лимончики, вы мои лимончики, где растете у Санки на балкончике. Где лимончики, вы мои лимончики, а вы растете у Сони на балкончике. Хава, нагива, хава, нагива, хава, нагива, велистиха. Хава, нагива, хава. Только вышла на балкон, тоже свистнула лимон. А лимоны тут и там, за лимоны жить отдам. Ой, лимончики, вы мои лимончики, а вы растете у Сони на балкончике. Ой, лимончики, вы мои лимончики, а вы растете у Сони на балкончике. Я у тети ночевал, у тети были гости. Я у тети попросил, она сказала после. Ой, лимончики, вы мои лимончики, где растете у Сони на балкончике. Ой, лимончики, вы мои лимончики, а вы растете у Сони на балкончике. Я умею молотить, умею подволачивать, умею шарики крутить, карманы выворачивать. Ой, лимончики, вы мои лимончики, где растете у Сони на балкончике. Ой, лимончики, вы мои лимончики, а вы растете у Сони на балкончике. Целый день голубой звездой, а мы с тобой одни под сладкой луной. Луна так похожа на половинку абрикоса, которую я так нежно целуя, вожу по шершавым, шершавым губам твоим. Натрушу в чужом саду абрикосы цвета луны, на носовом платке принесу, чтоб любил меня ты. Три раза подряд натрушу абрикосы, я отдам тебе на совсем. Я все отдам на совсем, если сама не съем. Я ничего не сказала. Ой, не целует ночь первым лучом, а я сижу и ем твои абрикосы. Да пошел ты, милый, лучше прочь, да я без помощи твоей обойдусь. А впрочем, натрушу в чужом саду абрикосы цвета луны, на носовом платке принесу, чтоб любил меня ты. Натрушу абрикосы, я отдам тебе на совсем. Я все отдам на совсем, если сама не съем. Натрушу в чужом саду абрикосы цвета луны, на носовом платке принесу, чтоб любил меня ты. Натрушу абрикосы, я отдам тебе на совсем.
Я все отдам на совсем, если сама не съем. Если сама не съем. Если сама не съем. Если сама не съем, мальчик мой. Ты на ночи тетя на пар. Я что-то тебя изнасилую и выкину, понял? Думай, что робишь. Не вставай тетюрку, пока я добра. На. Натрушу в чужом саду. Что у тебя там? Ой, на абрикосы цвета луны. И вот, собственно, наша самвелиза готова. У нас самвелиза – это не бедная какая-то монашка, а гламурная панянка, у которой все замечательно и все хорошо. Эту картину можно рассматривать, ее можно читать. И в любом случае она вызовет улыбку и подымет настроение. Я оформила данную картину в такую вот золотистую рамочку с черным. Она очень подходит к картине. Покрыла защитным слоем несколько даже лаком. И уход будет очень простой за этой картиной. Просто протирать тряпочкой от пыли по надобности. И, конечно же, эта картина отправляется в подарок человеку, который и вдохновил меня на написание, создание данного шедевра. И все вы уже догадались по названию видео, что это подарок-сюрприз Самвелу Адамяну. Вот такой вот портрет, картина Самвелиза. Я не великий оратор, не владею ораторским искусством, но я над этим работаю, поэтому все свои пожелания я изложила в письме Самвелу. То есть письмо ходатайства к картине прилагается. И естественно, как же я из Киева не отправлю конфеты «Вечерний Киев»? А? Ну, конечно же, отправлю. Мой муж долго почему-то искал «Вечерний Киев» Рошен. Наконец-то его нашел, принес домой. И тут мы вспоминаем, что ты не дружишь с Рошеном. Но даже в таких случаях есть выход из положения. Та-дам! Смотри. Не Рошен. Все, как ты любишь. Никакого Рошена. Все, конфеты можно есть. Дорогой Самвел, я очень хочу, чтобы ты этот подарок принял с юмором, и у тебя будет вот такая примерная реакция. Вот, сука, так... Спасибо тебе за большое вдохновение, за твои видео, за твой талант. Твои видео просто на ура заходят под любым соусом и прекрасно поднимают настроение. Хочу пожелать тебе и твоей семье, родным, близким, крепкого здоровья, благополучия, счастья, радости. Мамочка пусть скорее выздоравливает от всех недуг, долголетия ей. Тебе крепкого здоровья, вдохновения, благополучия, успех во всех делах. Пусть тебя окружают только хорошие люди, которые желают тебе только добра, и ты отвечал бы им взаимностью. Также счастье, и чтоб ты ощущал его всегда. Я думаю, счастье – это все-таки, когда у твоих родных и близких, и у тебя все хорошо, что тебе приносит радость и удовольствие то, чем ты занимаешься. Ну, это, конечно, лично мое мнение, может, у кого-то другое на этот счет. И пользуясь случаем, передаю всем твоим родным и близким огромный привет. И, конечно же, хочу пригласить всех на свой канал. Приглашаю. Ознакомьтесь с моими видео, смотрите мои видео, чем я еще занимаюсь, в каких стилях я пишу еще картины, портреты, пейзажи. Также с моим творчеством это всякие поделки, рукоблудничество, да, и немного там есть видео о моей жизни. Так что можете ознакомиться, подписаться на мой канал. Еще раз, Самвел, большое спасибо тебе за твои видео, за тот позитив, что ты даришь людям. И на этом, пожалуй, все. Я еще сейчас фотографирую в разных ракурсах картину, и вы уже сейчас можете посмотреть фотографии картины Самвелиза. А с вами мы увидимся в новых видео. До новых встреч. Пока-пока.
Напишите свои отзывы. Это кукуруза.